Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Друзья, всем большой привет. Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». Меня зовут Влад Кутузов. В эфире очередная программа «Зарубежка». И сегодня я выбрал год 1985. Именно в него и предлагаю отправиться. Будем смотреть и слушать самые популярные и самые крутые песни того времени. А там, поверьте, было из чего выбрать. В общем, звук погромче, экраны почетче и поярче. На старт, внимание, поехали! Зарубежка. И как же все-таки приятно начинать сегодняшнюю программу. Во-первых, по традиции это будет один из самых свежих треков. Во-вторых, если вы так же, как и я, неравнодушны к этому исполнителю, вам будет приятно вдвойне. Потому что музыкант, о котором идет речь, выпустил клип на очередной сингл с нового альбома. Ну, кстати, если уж совсем соблюдать все правила этики и приличия, то, конечно, это группа. Но мы-то с вами понимаем, что без человека по имени Джей Кей никакой группы не было бы вообще. Итак, давайте уже слушать и смотреть. Это Jamiroquai, песня Super Fresh. Огонь недели. Поймал себя на мысли сейчас, друзья, что это просто фантастика и подарок вселенной, когда ты можешь в своей программе сразу после Jamiroquai образца 17-го года поставить что-нибудь из раннего Стинга. Как раз мы с вами сегодня исследуем лучшие песни 85-го года. И тогда Стинг был самый ранний, только что распустивший свой коллектив Police и ушедший в сольное плавание, и выпустивший свой дебютный альбом. Я, как истинный адепт творчества музыканта, с удовольствием прокрутил бы для вас все песни с этой замечательной пластинки, но пришлось выбирать только одну. Ну, пусть будет именно это. If you love somebody, set them free. 80-е. If you want someone, you can do the same. Anyone to keep something
Зарубежка. Зарубежка на стороне FM продолжается, и на очереди песни, под которой, мне кажется, девушками в свое время было выплакано рекордное количество слез. Причем не сказать, что сама композиция уж прям так сильно на это провоцирует. Хотя нет, все-таки провоцирует. Это такая светлая грусть, но грусть в слезах, друзья. Кстати, поскольку мы с вами не только слышим музыку, но и видим клипы, вот о чем хотел сказать. Полная версия этого видеоролика в оригинале длится 8,5 минут, поэтому пришлось взять так называемый шорт-вершн. Ну, поверьте, сама песня от этого нисколько не пострадала. Итак, пригасите свет и приготовьтесь, сейчас вас слегка накроет. Это Шаде и песня «Smooth Operator». 80-е. Ну а прямо сейчас, друзья, сделаем резкий разворот на 180 градусов и вашему вниманию более легкой и даже легкомысленной музыкой, нежели была до этого момента у нас в зарубежке. Хотя это тоже, наверное, не совсем правильно. Все сделано очень круто, так же круто все звучало тогда, в 85-м, и так же круто звучит до сих пор. Murray Head. Многие считают, что это группа, а вот и нет, между прочим. Это один актер и один певец, известный в частности по участию в работе над британской рок-оперой «Иисус Христос. Суперзвезда», где он исполнил партии Иуды. Как вы понимаете, уже непростой товарищ. Так вот, в середине 80-х Head вновь оказался в центре внимания после выхода альбома «Шахматы» с музыкой из одноименного мюзикла. Сингл «One Night in Bangkok» в его исполнении стал международным хитом. И эту песню теперь уже знают абсолютно все. 80-е. Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's top buster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down. Your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's really such a pity to be looking at the ball, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowd.
crowd it polluted to thinking town. Take a chance, Mom, sweet Somerset up. Make the Somerset Mom sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys crumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. More than would a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little fresh, a little history. I can feel an angel sliding up to me. Зарубежка. Зарубежка. Друзья, я продолжаю обзор самых популярных песен 1985 года. Ну что, есть среди вас те, кто уже соскучился по Мадонне? Она, конечно, уникальна. Одна из немногих, кому удалось полностью захватить целых 3 десятилетия и даже посягнуть на 4-й. Ну давайте все-таки вспомним начало ее карьеры. Говоря точнее, это был уже 2-й альбом, который вышел как раз в самом начале 85-го года. Одной из самых ярких и значимых песен певицы стала композиция под названием «Material Girl». Кстати, именно тогда Мадонна впервые примерила на себя образ прекраснейшей Мэрилин Монро, который надолго впоследствии станет ее визитной карточкой. Давайте уже посмотрим, как все это было. 80-е. Yeah.
Рубежка. Есть такие песни, при прослушивании которых всегда думаешь, что было это все совсем недавно. И прям очень странно становится на душе, когда понимаешь и осознаешь, что с тех пор прошло целых 32 года. То есть, друзья, кого-то из вас просто еще не было тогда в природе, а вот мы с Брайаном Адамсом, между прочим, уже были. Я, конечно, валял дурака, а Брайан выпускал мега-хиты один за другим. Одним из них стала песня «Run to You». Это, кстати, был уже четвертый альбом канадского музыканта. Ну, сама композиция затрагивает тему неверности и воспевается с точки зрения человека, который заявляет, что он будет продолжать убегать к своей соблазнительной любовнице, несмотря ни на что. Но это если вкратце. Ну, а все подробности в ближайшие 4 минуты. Итак, Брайан Адамс и песня «Run to You». 80-е. Зарубежка. Зарубежка. Всем еще раз огромный привет. Говорит и показывает телерадиоканал «Страна ФМ» в эфире программы «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и вашему вниманию музыкальная подборка лучших песен 85-го года. Но и сейчас еще одна дата или цифра, от которой начинаешь испытывать какие-то очень странные чувства и ощущения. Итак, в июне этого года легендарнейшему Полу Маккартни исполнилось 75 лет. Ну, дай бог, как говорится, каждый из нас свои 75, так же, как он выглядит. В общем, с очередным юбилеем, сэр Пол, вас долгих лет, и спасибо за музыку и за то, что вы эти годы провели вместе с нами и еще проведете столько же. Кстати, друзья, поскольку мы с вами сегодня путешествуем в самую середину 80-х, там была просто отличная песня, написанная и спетая, конечно, великим маэстро. А соло на гитаре в ней сыграл еще один культовый музыкант — Дэвид Гилмор из группы Pink Floyd. Давайте слушать и смотреть. Итак, прямо сейчас Пол Маккартни и песня «No More Lonely Nights». 80-е. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love.
'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. Ну а сейчас буду знакомить вас с еще одной новинкой сегодняшней зарубежки здесь у нас на стране FM. Это песня про нашу с вами жизнь, про то, что она уже невозможна практически без гаджетов, селфи, лайков, соцсетей, ну вот без всего вот этого. Саундтрек, кстати, так и называется «Реальная жизнь», почти как у Веры Брежневой, только все на английском. Итак, еще один музыкальный свежачок этой недели. Дюк Дюмон и Горгон Сити. Real Life. Огонь недели. It's gonna be
Зарубежка. В начале 1985 года выходит третий студийный сольный альбом Фила Коллинза под названием No Jacket Required, который включал в себя такие хиты, как Susudio и One More Night. Вообще, эта пластинка стала первой в чартах как в Штатах, так и в Великобритании, лучшей по продажам за всю карьеру музыканта. Альбом был продан тиражом 10 миллионов экземпляров, за что он получил бриллиантовый сертификат Американской звукозаписывающей ассоциации, а в Британии стал шестикратно платиновым. Ну а песня One More Night давно уже стала классикой жанра и до сих пор является одной из самых красивейших и проникновенных поп-баллад. Ну и давайте мы с вами прямо сейчас убедимся в этом еще раз. Итак, Фил Коллинз, One More Night. 80-е. Feel the same, and I know it's only worth.
Зарубежка. Зарубежка на стороне FM прямо сейчас продолжается. Напомню, сегодня мы с вами отправились за очередной порцией суперхитов в год 85-й. Одной из самых ярких песен не только 80-х, кстати, а вообще за всю историю поп-музыки стала композиция, в записи которой приняли участие 45 известнейших музыкантов. Я даже не буду пытаться назвать их имена, это очень долго. Этот проект назвали USA for Africa. Ну а сама песня, призывающая объединиться для помощи голодающим Африке, была написана Майклом Джексоном и Лайнелом Ричи. К концу 87-го года в благотворительный фонд поступили средства в размере 91 миллиона долларов, 54 из которых были получены как раз с продаж этого самого сингла. Мне осталось добавить, друзья, что песня называлась We Are The World. 80-е. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we make. So we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a chance for me. И у нас на очереди еще одна песня, которую вы просто не можете не знать. Несмотря на свой 32-летний возраст, она до сих пор звучит очень часто отовсюду, из телеэкранов, из радиоприемников, вообще из всего, что может издавать звук. Money for Nothing — сингл Dire Straits, выпущенный в 85-м году в составе альбома Brothers in Arms и ставший международным хитом. Начальные слова песни I Want My MTV стали слоганом на этом канале, и видеоклип стал самым первым клипом, который вообще там показали. Но самое оно для любой песни, чтобы стать по-настоящему культовой. А уж если речь идет о таком шедевре, как этот, то все вопросы и сомнения отпадают мгновенно. Итак, давайте не только слушать, но и смотреть, друзья, оно того стоит. Dire Straits и песня Money for Nothing. 80-е. Money
working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. His own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I'm Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Зарубежка. Зарубежка. Друзья, когда я накидывал трек-лист к сегодняшней зарубежке, долго думать не пришлось в плане песни, которая поставит жирную точку в списке самых известных и самых популярных композиций образца 85-го года. Потому что всегда, когда видишь имя этого артиста, все остальные просто меркнут при всем к ним огромном уважении. Ну, вот так сложилось, что таких, как он, реально можно посчитать по пальцам. Этот музыкант из тех, кого мы называем поп- или рок-иконой, легендой, слова пафосные и громкие, но в данном случае они более чем к месту. Никто же не станет спорить, что Фредди Меркьюри — это фигура, величина и значимость которой даже не обсуждается. «I was born to love you» — это песня с его дебютного альбома. Давайте посмотрим и, конечно, послушаем. 80-е.
Зарубежка. Ну вот практически и все. На сегодня разобрались мы с хитами 32-летней давности, но не могу я вас вот так взять и оставить без еще одной музыкальной новинки. И представлять ее мне очень приятно, потому что, честно говоря, сам неравнодушен к этой девушке, а точнее к ее замечательному голосу. Все-таки есть в нем нечто магическое и завораживающее. В общем, вашему вниманию песня с последнего альбома Элли Голдинг. Он, кстати, вышел еще в прошлом году, но вот клип именно на этот трек появился совсем недавно. Сама песня носит название «Something in the way you move». Это последний Последняя премьера в сегодняшней зарубежке. Огонь недели! It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something in the way you move, something in the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something in the way you move, I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. This heart is open, busting on my sleeve. When our eyes meet, I can only see the end. But tonight, I'm here, yours again. But tonight, I'm gonna lose it all. Playing with fire, I was the first to fall. Heart is sinking like a cannonball. Baby, kill it, what you waiting for? Ну а вот теперь, друзья, с чувством выполненного перед страной долга я могу поставить точку и сказать на сегодня, друзья, все. Но неделя пролетит быстро, поэтому прощаюсь совсем ненадолго. Всем вам спасибо за то, что этот час провели в нашей компании. Через 7 дней встречаемся снова. Место и время остаются неизменными. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна FM». Пока, бай, чао. «Зарубежка».